жизнь. И все эти люди, производители аллопатических лекарств, зарабатывают себе на жизнь, продавая людям отраву. Сейчас они оправдываются, говоря, что указали на этикетке опасные побочные действия. Но эти слова на бумаге не освобождают их от греха продажи яда. А они надеются, что таким образом ухитрились избежать греха. Это так же, как когда все эти страны, производящие оружие, начинают разглагольствовать о мире. Все эти страны НАТО, Америка, Британия и так далее, все они говорят о мире. То же самое и с этими аллопатическими докторами, обученными в Англии, Америке и где там еще. Все это очень опасно для самой сути жизни. Против всей этой жестокости по отношению к жизни, совершаемой во имя медицины, мы поднимаем голос, зовущий идти к совершенству, обратившись к природному закону и его литературе. Мы не создаем никакой своей литературы, мы не придумываем никаких формул. Мы берем ведические рецепты, мы берем ведические формулы в том виде, в каком они пришли к нам из традиции ведических учителей, передаваясь из века в век, из века в век. Это нечто близкое жизни каждого человека. Возьмите это и наслаждайтесь. Мы с большой радостью провозглашаем сегодня начало всемирной программы достижения совершенного здоровья всего человечества при помощи технологии ведических вибраций. Вся слава Гурудеву. Я хочу послушать сейчас все эти песни, созданные поэтами мира к празднованию золотого юбилея Гурудева. Сварн Джаянти. Я хочу радоваться в это время, когда мы провозглашаем совершенное здоровье для всего мира при помощи технологии ведических вибраций. Я хочу плыть в волнах Сварн Джаянти. Гурудев ки Сварн Джаянти хе. Гурудев ки स्वर्ण जयंती है 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 ब्रह्मानंद सरस्वती की स्वर्ण जयंती है ब्रह्मानंद सरस्वती की स्वर्ण जयंती है स्वर्ण जयंती है स्वर्ण जयंती है स्वर्ण जयंती